Здорово, короче, в чем прикол? Я только что разблокировал квесты. И да, сейчас я пробую за 5 минут выполнить ежедневку, но прикол в том, что я увидел, что вот это вот. Я думал, этого не будет, но оказывается, что типа квесты даже типа чувакам, которые только зарегались, не дадут те, которые как бы они по идее пропустили. И по идее спидрана могу пройти Brawl Pass. Ну, конечно, я его весь не пройду, но по крайней мере дойду гораздо дальше, чем я думал. Вот, но пока что мы пробуем выполнить вот этот квестик быстренько. Конечно, мне помощь макмейкер, да, макмейкер мне недоступен. Блять, что это такое? А, погрузка. Ой, класс. Это я смогу выполнить еще те на тысячу. Короче, мне нужно будет сейчас быстренько в Броуболе с этим дамаг наносить, я не помню. Помню, да. Ежедневно это дамаг наносить. Такой быстренький, внезапный, незапланированный видос. Просто хотел показать все эти обновившиеся квесты. Вот, только что играл на расслабоне на Шелле. Вот. Сейчас попробую быстренько все оформить. Блин, он успел пнуть мяч. Хотя я красиво через двоих побежал, конечно. Так, мне нужен не поведа, мне нужен дамаг, поэтому, в принципе, пофигу. Стой. Так. Блин, у меня здесь у Булы нету гаджета, кошмар, я не могу останавливаться. Красиво. Мог своровать гол, но не сорвал. Зато ворота разрушил. Ой, до свидания. Какие они тупые, блин, так приятно. А, ну да, я же не могу останавливаться. Ну, все, это ГГ. А, нет. Ну, это я тупой, да. Я мог не побежать таким дебильным образом, а просто забить гол, но я хотел сделать по красоте. По красоте. Но пофиг, я разъебал ворота и в итоге забили. Так, что мне нужно? Ой, как красиво. Выиграй бой 8 раз, у меня дважды одно и то же задание. Ну, типа, реально спидраном выполнится. Я все буду записывать, наверное, как я играю. 60 тысяч. Короче, да, я, может быть, запишу реальный видос, сколько, блин, за 3 минуты нанести урона и 2 победы. Вряд ли, конечно, успею сейчас до обновления этих квестов. Нужен, типа... О, блин, я люблю эту фигню. Такой прикол, что, типа, это не в первый раз такое происходит, потому что, типа, у меня было 3 Шелли уже несколько раз, у меня было 10 Шелли, просто ШД, и в ШД 10 Шелли. Можете себе такое представить? Это было офигенно. Ну, короче, изи вин, сейчас, может быть, реально выполнил, ну, пробол точно выполнил, скорее всего, вот эти 2 минуты, оставшиеся еще один раз. Я прям очень вовремя зашел, я прям очень вовремя обновил все квесты. 2 минуты осталось. Второй раз подряд, блядь. Я ору. Это жесть. Изи-вин. Правда, дамаг я, скорее всего, нанести не успею, конечно. Но зато по победам точно смогу. Убежал. Может пойти попробовать дамаг нанести, эти дебилы забьют, скорее всего. Хорош. Так, мне нужен дамаг. Блин. Нет, дамаг я точно не успею выполнить, к сожалению, хотя был близок. Ну, сегодняшний дамаг. Минус 200 жетонов. Блин, чуть раньше бы я знал бы, что так будет, открыл бы квесты гораздо раньше, выполнил бы атаку. Так, ну ты победа я сделал. Так, сейчас. Не сюда тыкнул. Так, квесты. 1 минута, 30 тысяч дамага. Ну, это мне прям, если очень сильно повезет, именно чисто их дамажить. Но это нужно было не проболоть, а, наверное, геймграб. Да, надо было геймграб идти. Но я уже никак не выполню этот на дамаг. 30 тысяч дамага я просто не настреляю. Да, плюс еще сейчас проиграем. Не, все. Может быть, если я сейчас успею... Не, ну никак не успею, никак. Просто квест сейчас обновится и все. Очень, очень жаль.
было очень близко. Я вот так вот разнесу. Опа. А, не успел, блин. Думал сейчас ворота разнести. Он мяч пнул. Зараза. Ну и зачем я под удар подшел? Зачем? Давайте быстрее кончайте бой, чтобы я успел еще один зайти, хотя бы геймрап, и, типа, может быть, у меня будет время выполнить. Но, конечно, нет, не будет. Я понимаю, что не будет, даже если вот сейчас... Минута уже, скорее всего, прошла, поэтому... Нет. Так, ну-ка. Так. Выйти. А, сюда. Да, все, новое отображается, да. Не успел. Ну, потерял 200 жетонов. Какой ужас. Надеюсь, мне... Прикиньте, мне не хватит ровно 200 жетонов до... Или даже меньше 200 жетонов не хватит до прохождения Brawl Pass, чтобы получить все гемы. Ну, короче, да. Забавный получился видос. Давайте... Блин, парное столкновение. Но не с кем играть. У меня еще нет здесь друзей. Я предлагаю закончить на буле. Просто посмотрите, одинаковые заданки, просто выиграть будет 5 раз, выиграть будет 5 раз, раз, 2, 3, 4. Блин, на новом аккаунте, это так забавно, я не думал, что будет такой офигенный спидран. Это прям случайно получилось. Еще Brawl Pass бы купить, и типа вот это вот все, если купить Brawl Pass, было бы больше гораздо. Хотя не намного уже больше, на самом деле, вот это вот все. Так, идем у тебя, короче, на буле доделаем все. Ну, урон вряд ли мы доделаем, а победу сейчас изи. Оформим. И фраги. Бробол так бробол. Хотя, на самом деле, ради дамага, наверное, лучше все-таки в геймграб пойти. Я уже тогда, раз уж я начал записывать видос, так уж и быть. Запишу чуть подольше. Надо бы потом еще выложить это все. Так. Блин, чуть-чуть не добежал. Надо было вообще пнуть мяч и просто ультой разбить им ворота, но мне прям хотелось красивый гол забить. Ну ладно, вообще мне нужен дамаг, поэтому что это я... Чё ты стоишь? Дурак. Ой, куда ты ультуешь вообще? Блин, ну боты реально лучше играют, чем игроки на таких кубках. Я так отвык играть настолько лоу чуваками. Жесть. Давайте разобьем полностью ворота. А, да. Пробежался. Просто пробежался. Чуть-чуть под углом надо было запустить. И вообще, мне нужен дамаг, поэтому, в принципе, победа мне не... А, мне нужна победа одна, но дамаг даже больше нужен, чем победа, поэтому пофиг. Можно и забить, и просто играть. Убежал. Так, мне не нравится эта игра, надо их дамажить сильнее. Ну, вообще, реально пойти геймрап и дамажить их еще сильнее. Медведь. О, тебе не нравится все. Красиво. Оформили победку. О, сейчас добьем их, чтобы уже наверняка. Угу. И сейчас одновременно куча заданок, так все это увидит. Тин-тин-тин. Прекрасно. Прогресс. Прогресс в квестах 6, пройдено квестов 5. Вау, оно типа пишет. Забавно. Забавно. То есть, типа, я могу прям листать. То есть, в натуре 4 пройдено, еще урон чуть-чуть остался.
А, пробол выполнил 15 фрагов. 15 фрагов. 15 фрагов на буле. Выиграть бой. Выиграть бой дважды. Класс. То есть аж 4 странички. Исцелить здоровье броуболя мне есть. Еще сколько? 3 боя еще на буле выиграть. Давайте еще сыграем разок броубол. Я вот сейчас нажимаю выйти и сразу плюс 8 тут, плюс 1260. Блин, как это приятно. Жесть. Естественно, сейчас все сразу открывать не буду, я потом это сделаю прям грандиозный опенинг всего. Сейчас мне это не нужно. Зачем мне это все открывать, если я могу просто сделать такой красивый спидран? Вот. Не знаю, стоит ли записывать прям все части. Просто я записал такой, типа, видос, как я это пройду. Может и стоит реально. Почему бы не попробовать записать весь путь? Да. Мне вообще нужен дамаг, как бы, но такое ощущение, что нужны победы. Я просто бегу, забиваю. Ладно, так и быть, сделаем изи-вин. Дамаг набьем потом. Ой, красиво. А, мне еще нужно хили здоровье в рубое, но это... С этим я вряд ли смогу совместить. Да, вот с этим 6, 7, 8. Почему нет игры? Почему нет кнопки играть снова, я не понимаю. Типа, это кнопка для элиты или что? Она разблокируется для. С каких-то кубков она разблокируется? Что? В чем прикол? Почему у меня нет этой кнопки? Ой, всех раскидал, всех раскидал. Даже не сделал себе удобную, неудобно уселся, типа. Потому что я не рассчитывал, что буду записывать. В общем, да, наверное, я вот сейчас довыполняю эти две обедки и все. Будет такой небольшой видос, а потом позаписываю еще, потому что мне сейчас хочется забить мультик посмотреть. Я пересматриваю Gravity Falls сейчас. Пересмотрел полностью сезон за вчерашний день, за сегодняшний день собираюсь второй сезон пересмотреть полностью. Вот у меня грандиозные планы. Спасибо за победу. Вот. Хилить урон и все остальное это уже совместим, по-другому совместим. Так. 15 побед в погрузке будет сложно, не люблю играть этот режим вообще. А, стоп, ну мне же нужны победы, что это я пробол играю? Короче, совместим с победой на каком-то персонаже, видимо. Скорее всего так и сделаю. И с фрагами на каком-то персонаже, в общем, совместим. Чебурек. Ну, это красиво, считаю. Это замечательно. Выиграй бой 8 раз, 3жды. Супер. Сейчас. Плюс 1530. Класс. Боже, как красиво. Что это такое? А, рыборубку еще сегодня выполнить нужно будет, точно. Рыборубка. Сложно будет пройти рыборубку все. Вот, кстати, реально, давайте, типа, чем черт не шутит. Хотя нет, это будет скучно смотреть, но я, скорее всего, возьму кольта. Мне так нравится, как, типа, когда на них дофига заданий, эти значки. Красиво, красиво, конечно, да. Ну, в общем, дофига уже не брал паса. Хоп-хоп-хоп-хоп. Потом ежедневку надо будет выполнить. В общем, да. Возможно, буду это снимать, возможно, нет. Скорее всего, будет лень это снимать. Но вот такой спидранчик получился. Будем дальше думать.